К другим темам. Грядущей ночью в Пензенской области ожидаются заморозки, местами до минус 6 градусов. На дорогах может образоваться наледь, что может спровоцировать рост числа происшествий с участием автотранспорта. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть особенно бдительными. Участникам дорожного движения необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля. При таких погодных условиях снижается коэффициент сцепления колес с проезжей частью, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства. Снизить риск возникновения дорожных происшествий поможет правильно выбранный скоростной режим и дистанция. При приближении к перекресткам и пешеходным переходам следует притормаживать заблаговременно.